Sony Xperia ST26 у меня в руках. И сегодня будем менять микрофон на ней. Не работает микрофон. Вот отверстие, через которое должно входить звук. Снимаем батарейку. Откручиваем болты. Вот я их уже открутил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болтов. Старайтесь их не путать, потому что они разные. Из 8 болтов 5 длинных и 3 коротких. Соответственно, вкрутить их нужно каждое свое отверстие. Иначе можно повредить экран. Снимаем вот эту нижнюю подложку. Вот она у меня, видите, на шлейфу. Шлейф отсоединили. Здесь у нас находится микрофон. Вот он. Сюда, видимо, попадала вода, потому что я вижу следы воды на нем. Берем держак. Вставляем в держак. Вставляем держак. Греть будем сверху. Очень тонкая нижняя плата вот эта, на которой находится микрофон. Поэтому 300-250 градусов вам будет достаточно, чтобы его снять и поставить новый. Греем сверху. Добавим флюс. Вот он зашевелился. Снимаем. Обычный микрофон, 4-пиновый. Такой же микрофон у нас стоит на многих моделях, включая Samsung. Samsung Galaxy S2 такой микрофон стоит у нас, ну и на многих остальных. Снова микрофон. Добавим припоя на него. Добавили припоя. Приблизительно, чтобы равномерно было, одинаково. Далее ставим его на свое место. Добавим флюс сразу. Греем сверху. И
микрофон должен встать на свое место. Достаточно вот так вот тронуть. Видите, он возвращается. Все готово, можно устанавливать на плату и проверять. Собираем. Собираем кабель. Вот, в принципе, все, что я хотел показать для того, чтобы проверить микрофон. Там уже ставьте сим-карту, позвоните кому-нибудь. Если вас слышит, значит, микрофон работает нормально. К сожалению, у меня нет возможности вам это продемонстрировать. Ставим болтики, закрываем батарейку, закрываем крышку, и телефон готов. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Это была Xperia ST26. Я Дов. Всем удачного дня.